Игрушка, которая у меня в руках, это серебряная звездочка, которую подарила мне мама в детстве. Дело в том, что эта игрушка висела на новогодней елке у моей мамы, и получается, что она передается из поколения в поколение. Мама подарила мне эту звезду и сказала, что пусть это будет твоей путеводной звездой по жизни. Когда мы каждый год в детстве наряжали елку, каким-то невероятным образом эта игрушка часто терялась. И, истратив все нервы, мы наконец-то находили ее, и я всегда вешал эту игрушку на самое вакантное место на новогодней елке. И с тех пор я понял, что действительно эта игрушка особенная, она несет какую-то позитивную, добрую энергию.